Ребята, всем привет! Я приехала к своей знакомой, у которой я заказываю часто творог и сыр. Сегодня я заказала сыр. У нее есть маленькое хозяйство, козы, куры, коровы. Пойдемте вместе посмотрим. We need to wait. Собаки. Есть собаки. Хорошо. Здравствуйте. Можно к вам? Мы вдвоем. Ой. Ой, давай эту красотку одному. Я это позову. Хорошо. А, ты просто готовишь? Привет. Выходи. Фо, Вита, фо. Вита, привет. Не, она ничего, она не будет. Не, нормально. Вита, привет. Вита, фо. Я тебя боюсь. Вита, фо. Идем. Не мешай. Так. А вот Тонка может, да, подлечь. Она потому что... заберите, я боюсь. Она только обнюхает. Ума. Пойдем. Умочка, пойдем. Ума нельзя. Пойдем, мой хороший. От меня мальчиком пахнет, у меня собака. Вот, поэтому она это. Не, она не. Давайте, пахнет. Я не пойду. Сейчас, я Наташа, боюсь. Она там доделывает. Ума. Не, она не кусается. Она просто, знаете, такая у нас ласковая. Все, ушла. Все. Можете проходить дальше. Все равно это их территория. Не будет злиться? Не, она сейчас жара вам повезло. Да? Она сейчас не думала. Мне повезло. В том плане, что она не. Сейчас я не до кого. Сделал свое дело. Ага. Так. Коровы вот, коровник. Коровник. А то в основном ага. Ну, хорошо. Может, сейчас чуть-чуть туда пройду. Спасибо. Немножко... Привет. Это коровы. Смотрите, какие они симпатяги. Какие красивые! Ушастики! Ушастики! Красивые какие! Это сено. Сено. Они жуют сено. Угу. Здесь птички. Здравствуйте, Наташа. Я в домашнем, меня есть не боится. Да-да, хорошо. Жара. Сейчас готовлюсь. Какие хорошие. У них тут поилочки, водичку пьют. В каждой поилочке есть вода. Так. Это бройлеры у нас. Бройлеры? Ага. Так. Коров загнали. А это кто? Индюшата. Индюшата. Тюки. Children. Какие маленькие, хорошие. У них тут свет, лампочка есть. Там еще большие индюки. Сейчас покажу. Так. А можно погладить корову? Конечно. Да? Конечно. Можно тебя поглажу? Можно? Милую мою. Милая, хорошая. Заказывай. Ой, не съест меня? Не съест. Она прячет. А вторая не съест? А вторая не съест? А то от меня собакой пахнет. Оксана, я трус. Так, заходите. О, какие хорошие. Привет. Привет. Индейки большие. Так, а что вам от меня надо? Полтора месяца только. А, полтора? Клевать одежду. Так, клевать не надо. Клевать не надо. Такие они у нас. О, сейчас выйдут. Вот полтора месяца, еще малыши. А уже... Да, да, большие. Это поднять. Ой, а я вот не поднять. Так. Угу. Так, друзья, я мирная, я добрая.
морда. Ну, это хозяйство. Я уж. Я уж. Их проворот. Конечно. Так, а здесь козы. Год. Эй, привет! Привет! Какой ты хороший! Эй! Такой шустрый. Ну, малыш еще. Шустрый. Полтора месяца. Шустрый. Привет. Серьезный. Лола? Она серьезная, нет? Нет, она ко всем представит ласковая. Ласковая? Ласковая. Ласковая девочка. Кто тут мякает? Ай, Цели, малышка. Четырехмесячная. Такие хорошие. Вы такие хорошие. Соску тебе, да? Соску? Да, соску. С манной кашей. Ловит, ловит. Да, да, да. Скажи, кто покормит, может. Булочки. Бутылочки. Это белый козленок. Это белая коза. Ты такой милаха. Ты такой милаха. Где твои рожки? Нет, он комод. А, поняла. У него не будет рожек. Такой ласковый. Просто хочет кушать. Да, да, да. Время поесть, да? Ага. Так, и Кося тут. А, вот у них где тут, да? Выход. Так, это ваш дом. А это ваш выход к реке. Ага. Ой, здесь уточки. Свежий воздух. On the fresh air. Чего, пристаешь, да? Пристаешь? Козел наш огромный. Вон там лежит. А, он серьезный парень? Да не, он нормальный. Так. Как собачка. Привет. Да. Это козел. Это мужчина. Алмазик. Его зовут Алмаз. Даймонд. Да. О, какая борода. Look at the beard. Красивый. Кто, кто меня тут нюхает? Кто это? Кто это? Лада. Кто это? Ее зовут Лада? Угу. Кто сделал сыр Оксане? А? Кто дал сырок Оксане из вас? Кто забрал, скажи, мое молоко? Кто забрал мое молоко? Милахи. Курочек, да. Естественно, защита, чтобы не перелетели. Оно все летает, ага. Перелетает, потом ловим, потому что молчат. Баррикады. О, хозяин, петух. Так что, вот такое огромное хозяйство. Ух ты, тут потерял Нинечка сразу. Вон там. А, здесь кладка у них, да? А, нет, красавицы, да? Эй, вам жарко, да? Вам жарко? Так, Алмаз, можно я пройду? Можно я пройду? Милый, ты такой хороший. Так, открываем. Ага. Аккуратно. Да. Это вот только все более-менее подсохло. Так, дожди. Смотри, его дом. Ух, юба маленькая. Маленькая юба. Вот мы хотим кушать. Вот, голодный. Да. Ты голодный? Сейчас придусь, куда кормить тебя. Ай, ты мой хороший. Причмокивает. А сколько ему? Полтора месяца? Полтора месяца, так маленький еще. Полтора месяца ему. Угу. Все руки мне облизал. Малыш.
his baby. Все? И все? Все пальцы мне уже. А ты кто? А ты кто пришел? А я скажу, мы шаловители. И тебя тоже погладить. Тенек. А, они, пря... они прячутся, да? Да, ну там печет солнце, ну, да, коров да. Убрали поэтому, потому что им очень тяжело. Эй, ты в мамполице тоже хватаешь. Да, а я не мамка, а ты все равно приезжай. Любишь. Есть, скажи, охота. Они по часам едят? Да нет, сейчас он уже большой, уже утром и вечером, два раза в день. Как взрослого, да? Ну, конечно, а у него же желудок взрослой козы, поэтому так. Он уже сено жует, все ест. Молочко это приятное такое дополнение. Ты хотела вот эту штучку? Ты хотела, наверное, вот эту штучку. Нет, Люда. Вот ну, это вот. Они просто и там ну, же да, жарко. Ну да, да, да. Ну, им сейчас не так. Обычно, когда вот прохладно, то они все, они прям все обстоят. Активные, да? Да. А сейчас им тяжело, они вон дышат все как. Сейчас жарко, и они не активные. А когда холодно, они активные, общительные. Communicative. Да? Спасибо вам. Итак, сегодня у меня есть сыр 300 грамм халуми козьего сыра. Завтра будет вкусный завтрак. Я вам сейчас покажу. Первый кусочек. И второй кусочек. Кто любит сыр так же, как я? Who likes cheese like me? Ладно, ребята, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока!